Так, всем привет, друзья. Вышла такая вот игрушка. Но сразу прошу прощения, неохота мне ставить программу, которая делает захват экрана, поэтому направил напрямую камеру. Вот. И при установке игры выдает вот такую ошибку. Вот. Что я только не пробовал. Разные варианты, которые предлагают пользователи Ютуба. Все перепробовал, ничего не вышло. Скачал, наверное, больше терабайта репаков, и на всех происходит примерно одно и то же. Самое первое, на что было у меня подозрение, что у меня диск в системе ГПТ, а не МБР. Но оказывается, на самом деле не так. И все оказалось значительно проще. Сейчас я расскажу вам, в чем проблема. Тогда, когда покупал я компьютер, у меня было две пластины оперативки по 2 гигабайта, итого 4. Оперативка была Hunix. В дальнейшем я купил еще одну пластину, тоже Hunix, но она немножко другая, не та, которая стояла в компьютере. И как вы знаете, если вы в магазин приходите через несколько месяцев, то, к сожалению, уже того товара нет, получался другой товар. А потом я еще купил одну пластину, она уже не Hunix, она уже Kingston, тоже 2 гигабайта. И поставил все эти 4 пластины. И как видим, они все 4 пластины начали хреново работать, и из-за этого стала выскакивать вот такая ошибка. Я убрал эти пластины и запустил установку. Установка прошла на ура. Вот. Если кому-то вам поможет такой способ, оставьте, пожалуйста, комментарий. Итак, уважаемые друзья, давайте подведем итог. Такой вариант апгрейда памяти — это очень хреновый вариант. То есть докупать память других производителей. То, что видите, к чему, к какой ошибке это приводит при распаковке игр. Вот что я вам советую. Я советую вам скинуть всю старую память и купить новую. Но прежде чем купить новую, зайдите на сайт производителя материнских плат и посмотрите, какую частоту она поддерживает, какой объем и какие производители. Тогда только вы можете купить память, и будьте уверены, что у вас все игры при установке не будут выдавать такую ошибку. Спасибо за внимание.